Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 71 на странице 34. Рабочая тетрадь по русскому языку для 4 класса автора Канакина. Прочитайте, ставьте предложение, подходящее по смыслу слова. Кок, ласка, лук, пеночка, ключ, бокс. Это зверек. Ласка. Проявление нежного чувства. Ласка. Это пенка на молоке и название птицы. Пеночка. Это повар на корабле и вихр на голове. Кок. Это вид спорта и название стрижки волос. Бокс. Это огородное растение, оружие для стрельбы. Лук. Это родник и инструмент для отпирания двери. Ключ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.